Салат из печени трески арктический. На вкус он просто фантастический. Содержимое баночки укладываем на салфетку. Измельчаем кубиками лук репчатый. Также кубиками огурец и сыр нарезаем. В миску к репчатому луку добавляем. Консервированная кукуруза и вареные яйца в этом салате также пригодятся. Кладем печень, трески и петрушку нарезанную. Все как следует перемешиваем. Добавляем соль и немного майонеза. Наслаждаемся вкусом деликатесным.